Похож, да? Ну-ка, на Колю покажи. Коля. Коля, смотри сюда. Пата-пата. Жую, говорит. Ну, ничего страшного. Рома, у вас есть куриные? На, поставь ее. Между бабушкой. Снимаешь? Да, на видео. Маленький сюжет. Кость, снимаю. Тоже. В режиме видео. Так. Олеечка, коней, привет. Вечество, Ленин. Не удержали. Да, немножко видео сниму. Потому что сейчас освещение не очень здесь. Каждого сейчас просить, там, чтобы он там улыбнулся, да, просто снять. На арене-то как было? На арене это? Наверное, он каким-то... Там старик Хатабыч просто сидел в воротах. А? Знаете, почему? Нет, просто солидарность. Пожелание. Юрки, Кудёк. Вот сюда нужно будет... Вот. Потом вот молодежь, вот ты, вот сюда вот. Потому что эта штука опасная, тут надо контролировать столько. Зачем вы что-то старенький? Вот одну сюда. Не, ну она такая знатная, тут высоко и приятно. Аня, бабуль. Сколько я тут рядом с этим салатом, давайте я на все положу, чтобы не допустим. Спасибо. Там меня давать да. Соль принесла. Я даже не знаю, что это. Вот эту надпись, это МВД России туда-сюда. Первый нерабочий день. Здесь не занят? Что вы можете не создавать, если встретить, можно было бы и после до вокзала, да, где вы ехали. Одну сюда, правда, ничего здесь нет. А, ну давай, я тебе вынесу. Да, все хорошо, договорились. Да, вы накладываете, кушайте, потому что это... Лично меня тоже. Мама Ани говорит, что быстрее, мама Ани говорит пельмени. Я говорю, какие пельмени? Тут надо сначала шубу съесть. Там шубу, здесь шуба. Нет, конечно. А, нет, все, надо за стол, да. Надо сначала холодные закуски. Так, ну хоть давайте-ка за стол. Так. Давайте. Конечно, давайте холодные закуски. Да, там. Да. Мама Аня, куда? Не слишком ли близко? Может быть, они прервутся? Да. А то все стесняются. Да. Вот еще.
вам селедку положить? Да, маму Аню, а вот сюда. Не, нет. Вот, сюда, маму Аню. Давайте, кому селедочки? Мне можно положить, да. Санек, ты по рукам пошел? Может быть, ее сюда, чтобы... Не, нормально, нормально. Мама Аня вообще хотела сам. Сколько вилка потянула? Вина, положить? Вина, да? Положить ему немножечко. За кем? Вино? Да, наливай вино, да. Вино наливай, да. Ну это так бабушки называется. Бессарат. Так. Ну вот я говорю, кутья на Рождество. А у нас всегда называли кутья. Сюда налить? Сюда наливай, да. Вот. Нет, у нас, ну пусть тоже называют всегда кутья. Номинально. Юль. Дим, ты за рулем будешь, да? Ну да. Я предлагаю. А может, бильярд пойду послезавтра? А я завтра. Наверху. Выменил, выменил, да? Галочка, смотри. Мама Аня. Или сюда, или вот сюда. Я встречалась с ней детского питания, он говорит, дети с закрылом должны питаться козьим молоком. Сейчас я закончу. У меня там был батарейки сегодня. Просто чуть-чуть и все. Просто надо, когда стол полный, снимать, когда его уже не объели. На солнце в Крыму, я не планирую. Причем, на самом деле, вот у меня все детство было вот такое. Мама, это не значит, что 10 лет, это не вообще. К 3 годам у них криминальный весь состав формируется. Эти товарищи, я могу резко сейчас сама продам ему. Значит, раз не поехал. Так. Вино, да? А блинчик? Компот. Компот. Вы, Фаридовна.